Грелка Коалакс одинаково хороша на охоте, рыбалке и автобусной остановке. У нее три режима – 37, 45 и 52 градуса, интуитивно понятный цветной дисплей. И суперскорость – 3 секунды и рукам тепло. Полного аккумулятора емкостью 5000 мАч хватит на 14 часов. А носить Коалакс предлагают как удобно – на шее, через плечо или на поясе. Стартовая цена с Indiegogo – $139. Стефани хотела сходить в одиночный поход, но боялась, вдруг что-то случится, а помочь некому. Для нее и всех, кто разделяет эти чувства, команда «О-бой» придумала особые спутниковые часы. В зависимости от подписки в них доступны три успокаивающих функции. Первая — «Get me» — она отправляет местоположение. Вторая — «Rescue me» — она вызывает спасательный вертолет. Третья — «Track me» — она отслеживает маршрут носителя. Естественно, часы не боятся пыли, ударов и глубины до 10 метров, а на одной зарядке живут до недели. Цена с Kickstarter — $285. Спички мокрые, зажигалка не работает, пора браться за шнурки. Компания Rattler Strap превратила их эглеты в ферроцериевые стержни длиной 2,5 см. С их помощью зажигается практически любой труд, поскольку температура искр достигает 1649 градусов. Сами шнурки сделаны из паракорда и дополнены стальной пластиной, которая благодаря заточке сойдет и в качестве ножа. $30 и пара шнурков ваша. Закари Рихтер – изобретатель и выживальщик, который любит решать проблемы творчески. Именно он придумал Frontiersman. При весе в 5 кг данный рюкзак превращается в мини-палатку, укрытие охотника, походную кровать, парус и другие полезности. В первую очередь Frontiersman создан для выживальщиков, однако и на кемпинге наверняка доставит немало забавных минут. Цена с Kickstarter – $399. Портативный очиститель воды Grishow актуален и в рюкзаке альпиниста, и в сумке спасателей. Полной зарядки ему хватит на 64 литра. Такого объема воды одному человеку достаточно на 30 дней. Скорость пятиступенчатой очистки достигает 700 мл в минуту. Ресурс фильтрующего элемента – до 1000 литров, в зависимости от состояния воды. Весит Grishow 350 грамм, а продается по $76. Zed Light Sol – сверхлегкая элита спальных пенок. В исполнении 130 на 51 сантиметр она весит 283 грамма, то есть меньше, чем два iPhone 15. Но этим достоинства пенки не ограничиваются. В сравнении с другими версиями она получила новый отражающий слой, поэтому стала на 15% лучше удерживать тепло. Это летняя модель, однако в другие сезоны она тоже пригодится, хотя бы для дополнительного комфорта. К тому же Zed Light Sol – неплохая защита от проколов. Стоит данная пенка от $47. Шина – один из признаков серьезно собранной аптечки. Почему бы и не купить, тем более за $9? На экране многоразовая модель Survivor. Длина этой шины составляет 91 сантиметр, ширина – 11. Алюминиевый сердечник дополнен пенопластовой оболочкой. Шина настолько удачно сочетает прочность и гибкость, что в экстренных ситуациях подходит и на роль лопаты, а на оболочке отпечатана инструкция. Джо Бэттерис – то, что нужно каждому выживальщику. Фонарик, зажигалка, компас, фильтр – берите выше. На экране два батарейки, активируемые водой. Достаточно минуты, и заряд пополнится до 100%.
Причем спасет не только ближайшая лужа, но и емкость с любым напитком от газировки до молока. А в особо суровых условиях на батарейку можно и помочиться. Джо Batteries не содержит вредных химикатов, не токсичны и не протекают. За комплект из 4 штук на Indiegogo просили около $7. Для хранения такого количества покупок нам нужен отдельный мешок. Например, Wise Owl Outfitters. Это водонепроницаемый вариант, доступный в 3 размерах – 5, 10 либо 20 литров. Производит мешки из полиэстера 190D. Материал достаточно прочен и встречается в спецодежде. Особый D-образный зажим гарантирует сухость вещей при падении мешка в воду. Комплект из 3 разных Wise Owl Outfitters стоит $24. Если верить журналу Backpacker, перед нами лучшая тактическая палка для трекинга на рынке. Она собирается из 6, 7 или 8 трубок, каждая из которых содержит полезные вещи. Свисток, нож, гарпун, любимая всеми открывалка, вариантов масса. Комбинируя трубки, клиенты получают идеальный для себя набор. А собранная палка настолько прочна, что на ней можно висеть словно на турнике. Вес феноменальной разработки стартует от 1,1 килограмма. А цена от $88. Тик-Ки может годами болтаться без дела у вас в рюкзаке или на связке ключей, но его всегда стоит брать с собой даже на короткую прогулку поближе к природе, особенно по лесу или к берегу реки. Инструмент позволяет аккуратно снять присосавшегося клеща. Вид и размер не имеют значения. Пойманный живой кровопийца – прекрасная новость для врачей, которые займутся укусом. Так что Тик-Ки – отличное вложение $10. Команда Wasp Injection System разработала по-настоящему жуткий нож. В его рукоять встроен резервуар с углекислым газом. При ударе CO2 отправляется в путешествие по специальному каналу в клинке и в буквальном смысле разрывает жертву. По задумке, такой нож эффективен для обороны от крупных хищников, в том числе от акул, поскольку из-за газа они всплывают. Тем удивительнее знать, что этот умелец попробовал сделать такой опасный нож своими руками. Это работа для конкурса по разделке арбузов, и, как видно, в этот раз бокчевой культуре тоже не повезло. Разработчики точилки Sharpel 101N выбрали более простой способ достижения отменных продаж. Они использовали схему «все в одном». Так на свет и появилась точилка, дополненная ферроцериевым стержнем и свистком громкостью 110 дБ. Она подойдет в том числе для керамических ножей и впишется даже в ящик кухонного стола. В конце концов, надо же как-то созывать домочадцев к обеду. Стоит Sharpel 101N $10. Авторы Pack a Fire хотели собрать на Indiegogo около $5000, а собрали больше 160 тысяч. Знаете, что они продавали? Самый легкий на планете походный гриль. Он весит 500 грамм, сделан из титана и помещается в конверт А4. Вот и весь секрет успеха. Ну и, конечно, вменяемая цена. Pack a Fire стоит $54. Мини-электростанция E-Stream помещается в рюкзак. Круто? Подождите, сейчас будет мощность до 5 Вт. Да и вес впечатляет – 800 грамм. Пользоваться E-Stream просто. Ищем течение, опускаем станцию в воду, и встроенный аккумулятор на 6400 мАч заряжается. Запасайтесь терпением, ради 100% придется ждать около 4,5 часов. Зато конструкция E-Stream настолько крепкая, что выдерживает буксировку за каяком. А самые быстрые покупатели успели поймать разработку на Kickstarter по $180.
AF4580 – классический жидкостный компас. Он водонепроницаем и готов к любой погоде. Ночью с ним тоже удобно, поскольку циферблат и стрелка светятся. В комплекте идут чехол и ремешок для переноски на лямки рюкзака. Компас весит 180 грамм, а стоит $13.50. B9 – настолько умный браслет, что дружит даже с сигнализатором поклевки. На случай, если рыбак не заметит световое предупреждение, добавлена вибрация. Еще с B9 можно контролировать налобный фонарь. Защита от влаги и пыли на уровне IPX5. Дождь браслет выдержит, но перед заплывом его лучше снять. Стоит наручный помощник $38. Когда Тим Ралстон задумывал эти часы, то прокручивал в голове конструкцию швейцарского ножа, сериал «Секретный агент МакГайвер», а также реалити-шоу «Голые и напуганные». Результат называется «Рекон-6» и предлагает аж 14 функций – компас, сигнальное зеркало, консервный нож, зажигалка, фонарик, режущий инструмент. Чего здесь только нет. Для такого обилия опций Ралстон комбинировал детали из Швейцарии, Японии, Китая и США. Ну а в рамках Kickstarter проекта часы стоили от $275. Черпая вдохновение из классических траншейных ножей обеих мировых войн, фирма Cold Steel разработала Chaos Bowie. Эта модель оказалась настолько удачной, что получила версию и с двусторонней заточкой. Для изготовления клинка мастера выбрали AK-5 – пружинную сталь японского производства. Длина клинка – 28 см, полная длина ножа – 42 см. В комплекте с чехлом Secure X совместим с креплениями Molly Lock и Tech Lock. Оружие продают по $120. Puffers Team – любители водных видов спорта, которые отлично разбираются в текстиле. Ну кто еще мог придумать Puffers? Это футболка и одновременно спасательный жилет. Воздух качается вручную встроенным насосом. Puffers комфортно прилегает к телу, не мешая заниматься серфингом или грести. Размерная сетка широкая, так что футболку могут носить и дети от 2 лет. На Kickstarter необычную одежду предлагали от $49. Шедевры компании Buck Knives легко вспомнят не только ценители ножевого дела, но и киноманы. Например, в серии фильмов «Крик» убийца в маске использовал Buck 120. В 2016 году компания решила порадовать своих фанатов кое-чем особенным. И на выставке Shot Show показала свою первую серию копейных наконечников. На экране представлена модель 071. Общая ее длина 231 мм, вес 164 грамма. Хвостовая часть слегка заострена, чтобы удобнее было крепить ее к древку. Стоит наконечник $70. Эва Грип не такая, как другие зубные щетки. Это первая в мире модель 3 в одном, разработанная под приключения на природе. Поэтому она предлагает не только хранилище для щетки и контейнер для зубной нити, но и металлический конус, одинаково успешный в роли инструмента самообороны и шила, а также карабин. Производят Эва Грип из титана, а продают по $69. Что может быть проще треноги? Но даже про нее магазин «Вид Сандэй» написал целый опус. Давайте изучать ключевые моменты. Первый – в комплект входит никелированная цепь. Она выдержит нагрузку до 14 кг. Второй – у треноги 4 уровня регулировки по высоте – от 75 до 123 см. Третий – сумка для хранения уже в комплекте. Достаточно хороший товар с учетом цены в $40.
Фирма «Яшика» известна в основном по фотоаппаратам, однако за 75 лет работы у нее накопилось много интересных идей. Поэтому, сочетая традиционные и новейшие технические решения, инженеры «Яшика» собрали «Vision». Это бинокль полноцветного ночного видения, позволяющий изучать цели в кромешной тьме на дистанции до 600 метров. Трехкратный оптический зум удачно дополнен пятикратным цифровым. Также бинокль получил ИК-подсветку и возможность не только делать фото, но и снимать видео в качестве 4K UHD. С одной зарядкой Vision работает до 16 часов. В рамках Kickstarter-проекта бинокль продавали по $139. Если чудо-палка, мега-щетка и прочие штуки не помогли, пора звать на помощь. Хорошо, что под рукой лежит Guard Dog Security. Не смотрите, что эта сирена меньше банки газировки. Ее слышно на расстоянии в 1 километр 600 метров. Поскольку громкость достигает хорошего рок-концерта, а именно 120 дБ, сирена прекрасно отпугивает животных, а по совокупности характеристик Guard Dog Security соответствует даже требованиям береговой охраны США. Так что и $15 платить не жалко. Поводок – настолько повседневная штука, что многие владельцы домашних питомцев даже не рассматривают его как нечто большее. А зря. В исполнении Survival Leash он способен однажды спасти жизни питомцу и его хозяину. Во-первых, поводок украшен узлом обезьяний кулак с остальным шариком внутри. Во-вторых, он оснащен карабином, выдерживающим 100 кг. А в-третьих, идеально сочетается с чехлом под пакеты для собачьих фекалий, в который встроены свисток и компас. Поводок стоит $10, а чехол – 14. Птица Феникс периодически сгорает, чтобы возродиться из пепла. Одна из легенд гласит, что такое случается раз в 500 лет. Интересно, фонарь Феникс LR50R тоже так умеет? У кого-нибудь найдутся $320 и свободное время, чтобы проверить? Модель в любом случае интересная. Она светит на 950 метров, ест полный аккумулятор 58 часов и предлагает 6 уровней яркости с максимумом в 12 000 люмен. Правда, и весит столь мощный фонарь прилично — 987 грамм. Но, как говорил Борис Бритва, тяжесть — это хорошо, тяжесть — это надежно. На очереди Tristand, или конструкция для охоты с дерева. Разработчики версии с красивым названием Vanish Evolution постарались на славу. Их Tristand удобен для переноски за спиной, весит 5 кг, а выдерживает 159. Позволяет регулировать наклон платформы в диапазоне 15 градусов, а благодаря использованию двутавровой балки намного тише аналогов. Оценили Vanish Evolution в $180. Вообще, Cell Vault XL делали под хранение батареек, но, словно в одном старом мультфильме, туда можно класть все, что хочется. Крючки, леска, компас, пакеты с растворимым кофе, бинты, таблетки, флешки. В общем, придумайте сами. Прикинуть легко. В Cell Vault XL помещаются максимум 4 пальчиковые батарейки, корпус пыли и водонепроницаемый. Однако на дайвинг хранилище не рассчитано. Впрочем, при цене в $21 это неудивительно. Loop Gear — фонарик длиной 76,5 мм. Казалось бы, чего ждать от такого малыша? Однако благодаря диоду Philips он радует яркостью в 1000 люмен. То есть человека с Loop Gear видно со 120 метров. При движении по ночным тропинкам очень кстати будет освещение на 145 градусов. А еще фонарик совместим с аккумуляторами 14500. Это формат 2А батарейки и доступен в алюминиевом, стальном и титановом корпусе. Цены 29, 35 и $59 соответственно.